ходе дня голосования 18 марта на Ставрополье выбирали не только президента. 23 территории края определяли себе объекты для благоустройства. Парки, скверы, улицы и пешеходные аллеи. Месячный этап предварительного сбора предложений по благоустройству выявил общественные места, которые люди хотели бы преобразить. Предложения оставили более 75 тысяч жителей края. В список финалистов для окончательного голосования вошли по 3 объекта в каждом городе или селе, что приняли участие в проекте. В минувшее воскресенье к урнам для голосования по городской среде пришли более 400 тысяч человек. Это 24,5% от общей численности населения территории, которые участвовали в проекте. После подсчета голосов, который завершится уже во вторник, объекты-победители перейдут на следующий этап – выбор подрядчика и начало работ по благоустройству. 20 числа мы подведем с общественной комиссией города Ставрополя итоги выборов за общественную территорию, опубликуем протокол, после чего он будет включен в программу пятилетнюю 2018-2022 год, и до 31 марта она будет опубликована на сайте администрации и во всех информационных агентствах с дворовыми территориями и с общественными территориями, после чего мы, я думаю, мы получим финансирование из федерации, из края и приступим к реализации, но это уже, я думаю, ближе май и